накануне главного весеннего праздника 8 марта на кухне шикарного ресторана Yellow развернулись кулинарные баталии. Нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Александр Степанов решил устроить сюрприз любимой жене, красавице Алине, заодно и маленьким сыновьям Максиму и Сан Санычу, то есть Александру-младшему, организатор спортивный глянцевый журнал «Салават Юлаев». Здравствуйте, меня зовут Юрий, я сушеф ресторана «Элу». Сегодня с Александром мы будем готовить спинку оленя с белыми грибами и салат из куриной печени и клубникой. В этот вечер Александр приготовил для семьи эксклюзивное блюдо – спинку оленя с элементами молекулярной кухни. Чтобы все было правильно, молекула к молекуле, так сказать. Авторский надзор осуществлял повар Yellow Юрий. Когда последний раз что-то готовил и чем-то угощал своим жену и детей? Ну, можно сказать, неделю назад я... Что это было? Делал это дорадо в фольге. Сейчас с травками, с петрушечкой, с лимончиком. Вот, в духовке. Вот это быстро, где-то 30 минут готовится, поэтому так удобно. В буфе такое изысканное блюдо можно отведать только в ресторане Yellow. А в России тоже едва ли кто еще готовит мясо оленя так, как здесь. Свежую оленину, кстати, доставляют напрямую из Нарьян-Мара. Это 2300 километров от Уфы, на самый крайний север. А еще теплый салат из куриной печени. Саша очень хороший муж, помимо того, что очень хороший спортсмен. Он нам постоянно достаточно готовит, когда у него выходные. Особенно в летний период он любитель для нас побаловать. Любимое блюдо всех мужчин – это готовить на углях. Он любит. Также делает вкусный плов. Шум на кухне стоял не меньше, чем на самых знатных дерби Салавата Юлаева. Шипение, шкварчание, брызги раскаленного масла, открытый огонь до потолка – все было как положено. И, естественно, сказочные ароматы. Александром сегодня сделали салат из куриной печени. Это вот это? Да, это салат с пармезаном, ягодами и кедровыми орехами. Вот. У Александра сейчас в руках это оленина с белыми грибами и кускусом. Саш, ну как? Запашок идет? Аромат? Не, аромат уже сразу начался, когда мы начали готовить. Вот, а сейчас безумный вкусный аромат идет сейчас. Хочется это все съесть прям. Саш, как думаешь, сюрприз для Алины удался? Удастся ли? Я думаю, ну это для всех сюрприз, потому что такие необычные блюда, тем более как из оленины, но это для каждого сюрприз, так что, мне кажется, это очень интересно. Конечно. Самое главное, конечно, супруга и дети остались очень довольны. Пристрастно и внимательно распробовав кусочек мяса, Алина вынесла справедливый и, естественно, верный вердикт. Блюдо получилось изумительным. Мясо тает во рту.